Да будет спорт! На трассе «Светлая лыжня» появилась многофункциональная спортивная площадка. Эта трасса – одно из любимейших мест горожан для занятия спортом. А для спортсменов, воспитанников отделения лыжных гонок стадиона «Энергия» – основное место для тренировок. И появление новой площадки – еще один шаг к улучшению качества подготовки лыжников. У нас все занятия проходят в основном больше вот на светлой лыжне, на наших трассах проходят. И это как дополнительно у нас получается. Мы здесь проводим физическую работу, занимаем подготовкой, силовой подготовкой, функциональной подготовкой на этой трассе, на этой площадочке. Поэтому я думаю, что это нам большое будет подспорье. Новый спортивный объект появился здесь благодаря спонсорской помощи в рамках благотворительного проекта «Поколение Спортмастер». Тысячи спортивных площадок в 100 городах России. На новой площадке теперь спортом могут заниматься все те, кто любит активный образ жизни и оздоровление на свежем воздухе. Площадка появилась с помощью спонсоров. Также можно выполнять нормы ГТО. Здесь занимаются секции лыжных гонок. Любой житель города Сарапула может прийти и позаниматься здесь. Также подтянуться, отжаться от пола, отжимания на брусьях, пресс. Появление этого объекта с новыми снарядами и турниками – еще одно позитивное событие в деле развития народной лыжной трассы. На радость всем тем, кто любит прогулки на свежем воздухе, лыжный спорт и скандинавскую ходьбу. Главное, чтобы развитие трассы на этом не останавливалось. Хочется, чтобы к этой площадочке привязались такие объекты, как лыжероллерная трасса, лыжная база, то место, чтобы ребята могли прийти, позаниматься, переодеться, получить удовольствие от лыжных тренировок.